Парад парусов украсил акваторию Амурского залива во Владивостоке. Зрелищная регата посвящена открытию 7-го Восточного экономического форума при поддержке фонда «Росконгресс». Несколько десятков крейсерских яхт, юношеских швертботов и два учебных парусника Владивостока «Надежда» и «Паллада» приняли участие в гонках. Всего на акватории в этот день было более 100 парусников. Старт гонкам крейсерских яхт был дан около полудня. Крейсерские яхты и детские гонки были хорошо видны с набережной спортивной гавани. Дистанцию для юношеских соревнований выставили примерно в миле от берега, а для взрослых чуть дальше. В детско-юношеской регате приняли участие 76 молодых яхтсменов на 67 швертботах класса «Оптимист», «Кадет», «Лазер» и 420. Для них гоночный комитет провел три гонки при довольно сильном ветре южных направлений, который еще и гулял по дистанции. Три гонки провели среди крейсерских яхт. Все четыре стартовые группы начинали гонки чисто, без фальстартов. С хорошим юго-восточным ветром за несколько часов яхты прошли свои дистанции. Красивейшим дополнением к проходящим в Амурском заливе соревнованиям стали два больших парусника, символы Владивостока, «Надежда» и «Паллада». Они пришли на парад и ходили вдоль города под парусами, приветствуя участников регаты, а заодно проводя парусные учения. Церемония награждения состоялась для победителей и призеров соревнований в этот же день на центральной площади Владивостока. Анна Дьякова, новости на 8.